Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать недавно связанную свою работу, крестильную рубашку. На основе этой крестильной рубашки можно связать также обычное платьечко для девочки, либо просто топ, либо точно так же кофточку, то есть не довязывая полностью до низа платьечка. Вязала я крестильное платье для новорожденной. Поэтому оно у меня совсем небольшое, рукавчики буквально 19 сантиметров у меня от кокеточки. Сначала я начинала провязывать кокетку по вот такому узорчику. Схемка довольно-таки быстрая, я ее легко освоила. И думаю, что вы справитесь без проблем. Расширение я кокетки делала до 6 ряда, то есть провязав 6 ряд, я уже оставила по 44 петли по краям, точнее как не по краям, а по серединке для рукавчиков. Если вы сложите кокетку к себе краешками, то есть прямыми обратными рядами, я вязала кокетку краешками к себе, оставляете по 44 петли, то есть по 22 с передней части, по 22 с задней части, и вот у вас получается, вывязывается с этих 44 петелек рукавчик. Рукавчик связан у меня обычной вафелькой, то есть столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, и так в каждом ряду. Немножечко я сделала в конце уменьшение, буквально на 4 где-то петелечки, на 4 столбика, чтобы немножко заузить как бы, и обычные веерочки на конце рукавчика. Теперь же я продолжила вязание узорчиком вот таким. Схемка веерка тоже довольно-таки простая, я думаю, вы справитесь без проблем. Длину вывязывала я приблизительно где-то у меня 15 веерков вниз, то есть отсчитываете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, да, 15 веерков у меня вниз. Вязала я, продолжала от кокетки прямыми обратными рядами, то есть у меня на пуговичках, здесь у меня получается планочки, на планочку одну я пришила пуговички, на вторую я сделала петелечки и как бы сделала имитацию ленточками, имитацию таких завязанных бантиков по платьечку. Это на самом деле просто всего лишь имитация над петельками. Хотите, можете не делать пуговички, а просто завязочки сделать бантиками. Но мне кажется, пуговички довольно-таки практичнее. Украсила я бусинками, связала на одном дыхании. И еще последний момент вам расскажу. Прямыми обратными рядами, когда вы вяжете, оставляете для планочки с кокетки 3-4 петелечки. Вам по ходу потом будет понятно, почему 3-4, я сказала. Там в некоторых местах нужно будет довязывать еще один столбик. И обвязала я обычными рюшками, это столбик с накидом, 3 воздушные петли подъема в петлю основания, столбик с накидом через петелечку. И вот таким вот образом обвязала. Дошла до верхней части, конечно же в правой полочке верхней вы делаете 4, получается 4 воздушные петельки и столбик с двумя накидами, то есть для петелечки делаете в нужных вам местах. И затем, дойдя до верхушки, я здесь провязала еще один рядочек обычной вафельной вязки. То есть столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Как бы у меня нет здесь обвязывания рюши. То есть я продолжила вот здесь вот кокеточку свою, верхушечку. И опять же с внутренней стороны продолжила рюшками обвязывать. У меня получилось довольно-таки аккуратно, связала я очень быстро. Я надеюсь, что вам понравилось. Если у вас будут вопросы, конечно же, задавайте. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!